Приветствую, дорогие друзья! Сегодня мы посмотрим, как выглядит мясо Лью Янга черной курицы. Мы зарубили черного петушка, это Лью Янг. Шкурку я немного подпортила. Ну ладно, это на тушенку, поэтому не жалко. Надо было торопиться. Сейчас разделаю и покажу, какие на самом деле органы у Лью Янга. Это петушок Лью Янг. Молоденький. У него должны быть черные органы, черные внутренности. Сейчас разрежем, посмотрим. Уберите от экрана деток. Ну, внутренности обычного окраса, я могу сказать. Печень красная, сердце красное. Это вот сами знаете что. Все точно такого же, как и у остальных кур. Мясо не совсем, чтобы как черное, но оно такое прям темное, не знаю, сизовато, синевато, что ли. Такое мяско. Кожа черная, да, кожа черная. Кость, кстати, кости тоже черные. Грудинка. Грудка, точнее. Мясо, ну вот, видно. Вот кость. Тоже кость черная. Ну, попробуем. Что за петушок? В принципе, я уже как бы ела мясо черных кур. По вкусу оно немножечко совсем отличается. Говорят, очень полезное. Это петушок молоденький, с него выхлопа мало. Надо лишние рты просто было убирать. Так вот, смотрите. Чем питаются бедные фермеры? Или как там нас назвать, ЛПХшники, черными курицами. Лапа черная тоже. В общем, я прямо здесь кровавая бойня какая-то. Ну вот, а кому было интересно посмотреть, вот оно, мясо черных кур. Действительно черные, кости черные, внутри все черное. Органы, конечно, обычные. Единственное, только я заметила, то, что прямая кишка черная. Обычно остальные кишки, они такие, ну, светлые, как обычно, а прямая кишка, она уже, которая к клоаке ведет, она такая темненькая. Вот, кстати, желудок. Вот желудок. Он такой темнее, конечно, чем обычный. Такой желудочек. Экзотично, конечно, экзотично, но, блин, растут медленно, если чисто на мясо, я не знаю, это корнишонов только, если выращивать, есть корнишонов. Яйцо у них голубое, пока что идет такое, голубовато-зеленое. Ну ничего, экзотика на нашем столе тоже должна быть. Еще мы сегодня зарезали петушочка совсем молоденького колумбийского суссекса. Вообще, колумбийцы, суссексы, мои одни из любимых. Птичек. Это после опаливания у него черные точечки тут. Вот это после опаливания. Это я сейчас смою. Смывается водой. У них, что мне нравится, тушка такая ладненькая. Прям ладненькая-ладненькая и желтенькая. Это совсем молоденький петушочек был. Причем он был в линьке. Я задолбалась выдирать эти пенечки. Но так как мы сокращаем петухов, это нужно было сделать. Вот тушки колумбийского суссекса мне нравятся. Вот одни из любимых тушечек получаются у меня. Это суссекс колумбийские, молоденькие петушки и ликбары. Ликбары вообще еще аккуратнее. Сейчас я обмою, разделаю. Всем пока-пока.